Освежиться в жаркую погоду можно будет и в парках. Открытые бассейны в этом году будут работать на ВДНХ, в Лужниках, Филях и Сокольниках. Здесь у нас два бассейна. Один детский бассейн. Он детским считается не только потому, что небольшая глубина, но еще и потому, что он подогреваемый. То есть там вода теплая, и она фактически комфортна для купания в любое время. Там порядка 26-27 градусов. Вот. А что касается большого бассейна, он объективно тоже может, конечно, подогреваться, но в летнее время в этом нет необходимости, потому что когда жара, хочется наоборот, чтобы вода была прохладнее, хочется охладиться. А в пределах Москвы таких мест немного.